Улица Магистральная. Это ее часть соединяет север и запад областного центра. Стараясь сэкономить время в пути, автомобилисты все чаще выбирают именно этот участок. Загруженность последние годы заметно возросла. Дабы улучшить дорожную обстановку, по заказу дирекции городских дорог в этом месте запустили масштабные строительные работы. Пробки. Утро, вечер, постоянно здесь пробки. Принято решение расширить дорогу. В результате будет дорога расширяется до 4 полос, 2 полосы в каждом направлении. Для грядущего расширения в границах Мичуринска и Пахотной снесли несколько гаражей, которые располагались вдоль дороги. Сейчас мастера монтируют ливневую канализацию. Часть инженерных сетей уже уложили, настало время основной, самой крупной по диаметру трубы. Далее по плану установка колодцев и непосредственно дорожной работы. Их начало, как и окончание, местные жители, судя по всему, ждут с нетерпением. Не, ну доделать надо однозначно. Ну вообще да, потому что здесь очень большие пробки всегда бывают. Ну вот хотя бы побыстрее не делать, потому что людям ходить негде. Сделали бы, как хотя бы где-нибудь можно пройти было бы. Но невозможно, под машин лезем ведь. По словам представителей подрядчика, на следующей неделе на месте работ должны установить временные знаки и нанести разметку. Расположение пешеходных переходов сейчас как раз согласовывают с компетентными ведомствами. Разрешение этого вопроса должно облегчить движение. О будущем комфорте пешеходов также обещают позаботиться. По крайней мере, в план работ включено обустройство тротуаров по обеим сторонам магистральной вплоть до Бастионной. А вот здесь, за моей спиной, в районе светофора, намерены поставить остановку общественного транспорта. Также в планах оборудовать подъездную дорогу к перрону ЖД-станции «Радужная» и осветить улицу. Ранее на этом участке магистральное освещение не было. Крайний срок для строителей – 1 октября. Однако подрядчик обещает завершить все работы чуть раньше, в сентябре. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Анна Мусатова. Область новостей.